всех собравшихся в этом зале. Замечательный педагогический коллектив первой школы. Вас, любимые старшеклассники, дорогие первоклассники, уважаемые родители и гости нашего праздника. Сегодня в нашей школе, как и по всей стране, проходит торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Церемония первого звонка – одна из самых торжественных и трогательных в школьной жизни. Уже почти на пороге взрослой жизни стоят 28 очаровательных юношей и девушек 11 А класса, обучающихся по программе физико-математического и химико-биологического профилей, среди которых 11 учащихся закончили 10 класс на отлично. Есть среди них победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, различных творческих, интеллектуальных и спортивных конкурсов и соревнований. Вы – наша гордость и надежда. Первый А-класс. Классный руководитель Виноградова Наталья Владимировна. Творческий учитель, беззаветно преданный педагогическому труду, находящийся в постоянном поиске новых приемов и идей. Первый Б-класс. Классный руководитель Тукаева Ольга Васильевна. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Мастер своего дела, которая приоритетом в работе видит создание таких условий, при которых каждый ребенок может добиться успеха в избранном деле. 1 сентября ощущаю себя тоже школьником, который пришел вас учиться. Еще раз, дорогие ребята, уважаемые родители и уважаемые наши любимые педагоги, наш праздник, ваш праздник, он традиционный для всей нашей Российской Федерации. Этот день знаний его ежегодно отмечает вся страна. Вот в этот день мне бы хотелось вам пожелать только успехов, всего самого лучшего. Вам, ребята, только хороших оценок, новых знаний, новых друзей. Я так спешила со своей линейки с колледжа, чтобы успеть хоть раз в жизни отправить первый класс именно последнего внука, потому что больше пока маленьких у нас нет в семье. Правнуков дождемся. Уважаемые присутствующие, я благодарна этой школе. Уважаемый педколлектив, я от души говорю вам спасибо, потому что действительно много лет сотрудничаем с этой школой. Тамара Пантелеевна, где она? Вот Тамара Пантелеевна, дочкой старшая была, классная руководитель, внучка прошла через школу. Я благодарна учителям за их отзывчивость, за их доброту, за то, что они делают для наших детей и для ваших детей. Я хочу поздравить всех с Днем Знаний. Дорогие ребята, первоклассники, вы сегодня уже не маленькие дети. Вы уже, посмотрите, какие красивые взрослые. Очень красиво сидите ровненько. Слушаете всех выступающих. Я желаю вам, чтобы вы полюбили своих учителей, потому что и Ольга Васильевна, и Наталья Владимировна теперь будут вашими вторыми мамами. Вы должны их во всем слушаться, и тогда вы получите очень-очень много пятерок. Родители, дорогие, уважаемые, мы теперь будем вместе с вами учиться, вспоминать таблицы умножения, заново учиться писать. Я желаю вам терпения. Ну а к педагогическому коллективу я хочу сказать, что я их очень-очень люблю. У нас очень замечательные все творческие учителя. Здоровья вам, терпения и творческих успехов. Всех с Днем Знаний! Здравствуй, осень, здравствуй, школа, день особенный у нас, первоклассник.
классные ребята поступают в первый класс. Я проснулся утром рано, на портфель свой сразу глянул. В нем тетрадки есть и книжки, и тетрадь с угольником. Спать я лег простым мальчишкой, а проснулся школьником. Я сегодня в первый раз отправляюсь в первый класс. Постараюсь я во всем лучше быть учеником. Все за парты, вот тетрадь, взяли в руки ручки спела. Хватит бегать и играть, мы займемся делом. Я почти все буквы знаю, научился я читать, только роста не хватает, чтоб главой района стать. Знания нам стать должны прочной опорой, ведь решать судьбу страны предстоит нам скоро. Чтобы настоящим стать профессионалом, надо много-много знать и уметь немало. Мы с веселыми друзьями вдаль на школьном корабле поплывем по морю знаний к неизведанной земле. Мы хотим весь мир объехать, всю вселенную пойти. Пожелайте нам успеха и счастливого пути. Торжественные. И, конечно, вы волнуетесь. Но волнуетесь не только вы, но и ваши родители, и мы, ваши учителя. Нам вместе с вами предстоит долгий путь, 11 школьных лет. Но мы надеемся, что этот путь будет светлым. Вас ждут новые друзья, открытие новых знаний, хорошие оценки и множество интересных, незабываемых минут. Уважаемые родители, еще вчера вы на ночь читали сказки своим малышам, а теперь ваши дети вступают на новый жизненный этап. Школьные годы чудесные. Это годы удивительных открытий, достижений и побед. Пусть в первой школе у ваших детей и у вас воплотятся ваши планы и осуществляются мечты. Здоровья вам, счастья! Уважаемые коллеги, уважаемые гости, мы поздравляем вас всех с Днем Знаний. Желаем вам счастья, здоровья, творческих успехов и терпения. Всем с праздником! Днем Знаний! Спасибо большое за такой замечательный шаг. Уроки начинаются. И на ваш первый
школьный в вашей жизни урок. Вас сегодня, дорогие первоклассники, провожают наши старшеклассники.